вас любят ваши ученики, вас уважают родители. И задача власти сделать все от нас зависящее, чтобы создать вам достойные условия и для работы, и для жизни. Мы должны сделать все для поднятия престижа учителя. Ведь, по сути дела, вы своим трудом, своей энергией закладываете фундамент у каждого ребенка, фундамент его судьбы, фундамент его дальнейшей жизни. Создаете, формируете морально-нравственные качества, которые помогают потом нашим детям в жизни. По сути дела, от вашего труда зависит будущее нашего города и нашей страны. Наполнение человека знаниями – это, наверное, самое простое. Потому что дать знания, закрепить эти знания – это технический процесс. А помочь человеку сформировать в себе потребность пополнять знания, зажечь огонь внутренний – вот это на самом деле сложно. И сделать это без личного примера, без формирования личностных качеств в человеке невозможно. И, наверное, именно тот человек является настоящим учителем, педагогом, кто хорошо понимает ребенка, тот, кто хорошо понимает его психологию и может ему преодолеть, помогает ему преодолеть все эти сложности, психологические барьеры на пути к познанию мира, на пути к самопреодолению. В этот день хотелось бы поздравить в первую очередь вас, тех, кто остался верен выбору, кто остался верен своей нелегкой педагогической профессии, тех людей, от которых в конечном-то итоге зависит вся наша с вами будущая жизнь, жизнь наших детей, наших внуков. Если сравнить даже вот со стройкой, ваша работа, наверное, самая тяжелая часть, самая неблагодарная. Вы не стены строите, вы фундамент закладываете.